Наш новый Beyblade Fafnir F3. Ребята, не пропустите следующее видео. Мы будем делать обзор на этот Beyblade, а также дадим отсканировать код от него для игры в виртуальной, для виртуальной игры. А теперь пробный бой. Дети, привет! Привет! Димаш, что делаете? Мы клеим переснимачки на окно. А? Уже Пасха. Вы к празднику уже готовитесь? Да. Слазьте с окна, у меня есть для вас сюрприз. Какой? Ну что, какой сюрприз? Так, смотрите, угадайте, кто это? Пасхальный заяц. Да, это пасхальный кролик с вот такими вот уже кошелочками. Угадайте, для чего он? Он принес подарки. Да, он принес подарки, но в кошелках пусто, в корзиночках пусто, потому что он уже принес. Он разбросал шоколадные сюрпризы по комнатам. Ух ты. Хотите найти? Держите этого зайца своего с корзиночками. Итак, первая подсказка от зайца у меня в руках. Держите. Сейчас я прочитаю. Читай. Ползун ползет. Иголки везет. Ползун ползет, иголки везет. Что это? Ежик. Правильно, где искать ежика? В лесу. Ну, в лесу то само собой, а в комнате где? Ну, разве что у Маши где-то. Ну, давайте искать у Маши. Смотрим. Вот. Так, нашли ежика? Да, и киндер. Киндеры нашли? Нет. Так, первые шоколадные яйца нашли. Киндеры будем сейчас открывать? Да. И записку еще нашел, да? Значит так, давайте открываем еще киндеры, а потом читаем записку. Ух ты, что это у тебя? Это что, поняшка какая-то или что это такое? У меня бегемотик. Какой бегемотик? Коллекционный? Да. Точно, смотрите какой. Так это Маша должно было попасться. Здесь бегемотик девочка. А здесь Тиме должно было попасться, потому что здесь, смотри, какая поняшка прикольная. Она еще крутится, это балерина. Бегемотик балерина? Да. Ничего себе. Коллекционная. А ну дай посмотреть, какие здесь еще есть. Так, я свою милашку поняшку вожу в корзинку, а я бегемотика. Так, ну что ж, первый сюрприз у нас есть уже от зайчика пасхального. Теперь ищем второй сюрприз. Есть подсказка у нас? Да. Читаем. Греет лучше батареи, с ним теплее, веселее. Ну, что это может быть? Камин. Точно. Побежали к камину. Бежим, и я за вами. Мне тоже интересно, что же там шоколадный заяц нам принес. Давайте, открывайте. Смотрите, он уже туда прямо спрятал. Вернее, пасхальный заяц. Что это нам принес? Ух тышка, это целые фигурки кролика пасхального. А жаба что, тоже пасхальная? Да. Я не поняла, что за пасхальная жаба. А подожди, нам записка должна еще быть. Да. Есть записка? Да. Читаем. Так, давайте скорее читать записку от нашего пасхального кролика. Давайте, Мафей. Часто я в него смотрюсь, перед ним кручусь, верчусь. И кто думает, что это? Дима, что это может быть? А то я не знаю. Думаю, может это спиннер? Нет. Ты что, перед ним крутишься? Действительно, ты что, перед спиннером крутишься? Напрягайте мозг. Перед ним стою. Перед ним стою. Давай, Маша, говори. Это зеркало. О, и Тиме сразу мысль эта пришла. Тогда побежали к зеркалу. Где зеркало у нас? Так, корзинки, корзинки, Маш. Ты что, забыла? Бегом, бегом, бегом. Бегом. Это зеркало что-то плоское. Ну, в принципе, да, тяжело будет что-то найти за этим зеркалом. Тим, ты уже что-то нашел за ним? Пока нет. А, так, тогда надо другое зеркало искать. Да. Где у нас другое зеркало? Ищем. Там, где мы спим. Так, в спальне. Ой, зеркало. И вот. Нет, я думаю, в шкафах вряд ли бы кролик там рылся. Ну, хотя, кто его знает, нету? Сейчас. Так, здесь нету.
Да, Тимош, только что смотрел. Где еще зеркало? Да, вон. Так, смотрим здесь. Может, ну, посмотрите, может, в тумбочках где-то? О! Нашли! О! Что это такое? Это, что это за набор? Киндеры или хлопушки какие-то? Нет, это какие-то яйца, 10 яиц от Disney. Ничего себе, давайте распаковывать, смотреть. Да! Бегом на кровать. Давайте все вместе открывать. Тим, ты какой открываешь? Зеленая? Да, я уже научился открывать. Я желтая, а Маша розовая. Легко оно раскрывается? Слушайте, оно мне напоминает куклу Лол. Да, точно, Тима, ты тоже подметила, где оно вот здесь? Что, у тебя что-то уже на... Точно, стих. Диснеевский, какие-то желешки, дрожешки. И что, и все? Да. И это все? Заяц, кролик, а где еще какая-нибудь игрушка? Вот игрушка. Вот это вот игрушка, значит, и у меня что-то такое подобное будет. А ну сейчас я тоже раскрою. Так, у меня здесь Дональд нарисован с этими всякими Микки. И я открываю. Да, и у меня здесь желешки и наклейки. Машенька, у тебя что попалось? А у Маши вот такое Плуто с Микки. И тоже с дрожжешками. Ну, интересно, дрожжи сами хоть вкусные? Давайте попробуем. Держи. Так. Очень твердая, но сладкая. Сосать надо. И ищите. Вот. А, вы ее уронили и даже не заметили. Ну что ж, читаем. Там была ножки, даже 40-ножка. Где это? Думайте. В коридоре. Да. Ну, бегом. Так, подождите, стоять. А корзинки свои? А. Положите туда хотя бы по пару яичек, которые вы нашли от Диснея. Бегом к новому приключению, к новому сюрпризу. Поехали. Бегом, бегом, бегом. Ну что? Вы думаете, здесь 40-ножка может обуться? Ну да, обуви здесь хватает. Подождите, а это что за сюрприз? Бейблок! Это разве шоколадные сюрпризы? Нет, но это самое лучшее. Какой же у тебя бейблейд? Фасмир F3. Точно, слушай, это суперский бейблейд со второго сезона. Маша, у тебя что? Лол! Ну как вам сюрпризы от зайца? Отлично! Отлично! Что, будем раскрывать Лол здесь, Маш? Да! Ну хорошо, давай. Да. Так. Так, смотрим на нашу куколку. Кстати, мне кажется, что она пахнет. Такая милашечка, такие глазочки у нее прикольненькие. Маша, ну понюхай, попробуй. Мне кажется, что она немножко пахнет. Ну да, пороженка, ванильная. Вот, я тоже так удивилась, что как бы китайская подделка и все равно такая пахучая. Ну что, давай теперь еще посмотрим, что у нее здесь в аксессуарах. Так, ну это такая... А, вот этот ободочек. Как у зайчика. Я знаю почему. Помнишь, ее поняшка попалась? У него ушки, как у зайчика. Теперь куколка у него тоже ушки, как у зайчика. Это же все-таки пасхальный кролик вам приносил игрушечки, да? Так, Маша, пока ты одеваешь свою куколку, мы с Тимой будем открывать... Фафнира! Это круто! Так, открываем наш Бейблейд Фафнир. Знаете что, ребята, мы в следующем видео, сейчас мы его откроем, сделаем пробный бой, но в следующем видео мы полностью его обзор сделаем. Так что не пропустите наше следующее видео. Так. Пробный бой. 3, 2, 1, гол! Ох, ничего себе, смотрите, как крутятся. Красавчики. А кто ж кого? Я за вот этого болею. За Фафнира? А Байрон?
Вайврона. Ты уже за Вайврона? А я тогда за Фафнира. Мне кажется, что он может победить. Мне кажется, без шансов. Или они вместе остановятся? Смотри, смотри. Ну, на полкруга Вайврон чуть-чуть раньше. Но мне кажется, это было круто. Ну а пока мы с Тимой играли, Маша уже принесла нам водичку проверить, как же ж меняет цвет наша куколка. Давай, это холодная? Она в холодной меняет цвет? Нет. Нет, не меняет. А может, она не сильно холодная, а в теплой? И в теплой не меняет? По-моему, она становится платьечко. Смотрите, в теплой воде платье стало бледно-голубым. А ну назад в холодную воду. Да, и становится темно-голубым. Посмотрите, прикольненько. А плюется она? Плюется или не плюется? А ну давай, напои ее. Нет, что-то. Или мало водички? Давай мы ее так сейчас. А ну, смотрим, что она будет делать. Ой, да, плюется. Прикольная! Ну, как вам квест от нашего пасхального кролика? Класс, супер! А теперь приветики! Да, еще субботние приветики у нас. Приветик нашим друзьям Артему Арт, Боди Майнкрафт, Маргарите Котик и Олегу Кент. Привет! Привет Антону Меньшикову, Артему Хоновцу, Веталь Геймер и Данилу Леонтьеву. Привет! А любителям Бейблейд? И любителям Бейблейд Захару Харитонову, Маргарите Котик, Ярославу Мищенко и Максиму. Привет! От нас привет Виталию, Волку и Игорю и каналу Кулинар Плей. Привет! Соня, а также Карина, Кира, Давид и Элен. Привет! Передаем привет друзьяшкам Ростиславу, Савка, Саша, Дима, а также каналу YouTube YouTube. Привет! Привет от нас Олегу Киселичук и Тихону. Привет! А также приветик ребятам с канала The Jay Star, Фанатик Пика, Фокс Лиз и Маргарита Козлова. Привет! Всех с праздником! Пока-пока! Пока, друзья!